Всем привет! Привет! У нас сегодня новая коллекция от нашей любимой фирмы с Бабам. Доки-доки, любимые котята. Это 12 пушистых котят вот в такой вот индивидуальной упаковке. Как будто сумочка. Найти их можно на Валберес, в магазинах вашего города и на сайте. Конечно же, сайт с Бабам удивительный, очень интересный. Там различная классная информация. Заходили, нам очень понравилось. Так что можно посмотреть и познакомиться с этой фирмой. Вот у нас вкладыш. Софти! Нам попалась Софти! Она такая милая. Я родилась в декабре. Мои друзья Блюэт и Лилла. Ну что ж, как выглядит наша Софти? Ой, какая милота! А вот и наш рычажок. Ну что ж, готова замурлычать? Глазки у нее золотые. Открываем следующую киску. А вот и вкладыш. У нас это Пафи. Я родилась в октябре, говорит нам Пафи. Мои друзья Милу и Фифи. Ну-ка достанем эту пушистую, красненькую мордочку. Ой, тебатюшки, какая она милая. Как она мурлычет. Просто милота. Следующий пушистый друг. Ух ты, мы уже видим котенка! Какая она милашка! С золотыми глазками и такая красивая расцветка! И вкладыш, как же ее зовут? Блюэт! Это друг нашей миленькой Кайсофти! Рычажок! Класс! Следующий пушистый друг. Интересно, что нам там попадется? Как классно она открылась. Кто-то розовый. Доставим нашу кошечку и вкладыш. Это у нас ее любимая еда. А во вкладыше у нас... Эту я хотела! И это Фифи! У нас уже есть такая кошечка, которая дружит с Фифи. Фифи, я родилась в сентябре. Мои друзья Куаричина и Пафи. Пафи, это у нас вот эта киска. Итак, потянем за рычажок. Она так мило мурчит. Ее друг это Пафи. Следующая пушистая киска. Кто-то очень сильно розовый. Любимая еда и вкладыш. Это одна из моих тех, которых я очень хотела. Это Лила. У нее белое пятнышко возле носика. Я родилась в августе. Мои друзья Софти и Джиджи. Нам уже попадалась Софти. Вот какая милаха. Потянем за рычажок и узнаем, как она мурчит. Она милее всех мурчит. О, как это мило. А теперь узнаем ее любимую еду. Я это тоже очень люблю. Это у нас мороженое. Ну, ты вся в меня. Последняя киска. Кто-то снова очень розовый. Ой, я уже вижу ее. Она с голубым носиком. Смотрите, какая милая. Ну-ка, потянем за рычажок. Ой, как она громко мурчит, это так мило. Ну, кто же это? Милу! Я родилась в июле. Мои друзья Нувалетта
мурчат. Это так мило. Эти милые, качественные и красивые игрушки и котята Азбабам так радуют нас. Детишек, которые очень любят игрушки. Мне очень они нравятся. Они такие милушные. Они меня так омелили, так омелили. Они такие классные.